да, действительно, есть препараты, которые могут закончиться, потому что больница проводит закупки каждый день каких-то препаратов, но какого-то конкретного препарата может не быть в данный момент. Да, это бывает, но из 100%, которые написаны препараты в протоколе по лечению ковида, если их возможно закупить, больницы закупают, и 95% всех препаратов есть на сегодняшний день в наличии. Есть проблемы с препаратами, такими как ремдесивир и актембра, их просто нету на официальных представителях, и их закупить просто невозможно. На сегодняшний день они, да, есть в каких-то интернет-аптеках или аптеках, которые завозят, не могу сказать, как они завозят эти препараты, но на официальных представителях этих препаратов нету. А препараты действительно из всех, которые есть в протоколе, и если есть они на официальных, у официальных представителей, больницы сами закупают каждый день.